«Газпром» ограничит поставки газа в Беларусь, если Минск не погасит задолженность в течение 5 дней. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер. Поставки будут сокращены до 85% от суточного объема, подчеркнул руководитель «Газпрома». Миллер отметил, что ограничение поставок топлива не скажутся на газоснабжении Европы. Ранее первый заместитель министра энергетики Беларуси Эдуард Товпанец отказался от выплаты долга «Газпрому» в размере 192 миллионов долларов. Он заявил, что сама российская компания должна в Минску более 200 миллионов за транзит газа через территорию страны. Если задолженность за поставки российского газа не будет произведена в течение 5 дней, то у «Газпрома» есть все основания в соответствии с условиями контракта, который подписан и действует в настоящее время, ограничить пропорционально задолженности поставки российского газа в Беларусь. Объем сокращения, который может быть, это до 85% суточного объема.